Всем привет! Вы на канале Мама Я. Ну, мы продолжаем. Ну и сегодня мы остановились в этом, как это там, в Рове, то есть нашу операцию и ограбление. Да, и ну и мы остановились на этом месте. Сейчас мы попробуем дальше, потому что я не знаю, конечно, у меня 5 жизней получится у меня или нет. Но я попытаюсь, в общем. Ай! Хорошо, что мне хпшки не сняли. Это что сейчас только что было? Короче, ну и мы должны начинать уже. У нас должно больше хпшек. Мы на самом деле очень сильно. У нас будет мало хпшек. Да, у нас мало хпшек. Да. Половина? Да. Ну, я думаю... Идти нельзя. Ай! Зачем? Он нас поймал. Представляешь? Что? Он нас поймал. Ага. Ахо! Как же он? Видите, как он развесился? Это чуть-чуть только что было. И так смешно выглядит. Фу, главное уже. Так, next. Open. Фух, все. Пойти. Ничего. Вот там. Это открыто. Да, я так думаю. Это качка. Там будет еще окоп. Так, тут еще будет окоп. Надо пин-код вводить. Фух. Так. Фух. Фух, хорошо, что время уже остановилось. Но мы такой прогресс уже сделали. Фух. Надеюсь, мы сегодня не пройдем. Фух. Тут уже я был карточка. Ну, карточка. Точняк. Теперь же уже никакой полиции нету. Да нет. Есть. Так. Пожалуйста. Фух. Хорошо. У нас уже отлично. Время не идет. Главное сейчас. Мирить. Ну, мы забежим. Тебе сейчас коп забежит. Фух! Фух. Еще не скоп. Ой, а кто откручивался? А как не воздухе стоять? Я не понял. Ну, окей. А, мы держали. Ха, пока, болтик. Мы держали. Ну, там. Такое, конечно, понятно через... Ну почему канализация это... была так близко к нам? Вот это вопрос. И почему? А следующее будет... Следующее что будет? Нереально? Да, нереально. Да, извините, но это уже без меня. Не все покупали, но я не буду покупать. Я честно пройду. Честно. Харик, climb up onto the helicopter.
Фух, это самое последнее испытание. Фух. Но я не боюсь его. Я его пройду. Ой! Ты наступил. А у меня за это жизнь должны были снять? Нет, не сняли. А должны были? Должны. Да как? Я сейчас... Ого! Прикиньте. Да это уже сложновато. Нет, нет, нет. Да туда! Что за фейл? Нам на стенку. На стенку. Вот это я, конечно, профейлился. Фух, прячься. Стенка. Прячься. Прячься. Что ты хотел? Зачем на вас тебе надо наступать? И сейчас он за 9 минут сейчас он уехает. За 9 минут сейчас он уехает. Фух, может чуть передохнуть. Больше бежать нельзя. Пока камера. Тоже можно чуть-чуть передохнуть. Это просто было очень... Вот тут самый кошмар начинается. Это вот сейчас так сложно. Фух, на скамейку. Вроде совсем еще я осталась. Тут можно совсем... Смотрите, вот совсем капельку осталось. Нет! Как можно было на таком умереть? О, нет, это... Это просто... Так жестко это. Прям... Это позорище какое-то. Это просто нереально пройти. Реально? Реально, я говорю. Все реально тут пройти. Нереально. На 5 жизней можно умереть бесконечно. А если вы умрете, вам реально остается вам жизни. Как будто вам доктор полечил. Фу-фух, передохнуть. Фух, передохнуть, если можно, это уже надо говорить. Спасибочки. Спасибо, надо говорить. Боже, и бежи. Я тоже сейчас так думаю. Живу. А то нереально. Со скамейки на скамейку. Я возле этого момента. Очень опасного. Фух! Ну заползай. Выше, выше. Нет! ХП, не умирай! Пожалуйста! Да, это уже серьезно. Плиз. Я пытаюсь не умирать. Это очень сложно. А давайте на камере будем стрелять, а то они так на... Тык-тык-тык-тык. О, что? Вы это видели? Да. Такое вообще возможно? Фух. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ай-яй, мы забыли, что там Роксы. Пожалуйста, плиз, не умирай. Я попробую. Сделать 4 хп. Фух, ну понимаете, это нереально практически. Только не умирай, пожалуйста, не умирай. Да. А
кто-то сейчас умрет всегда, и все заново, это будет нечестно. Это будет все заново приходить. Да, понимаете? 99% что это не можно пройти, и 1% что можно. Вот это именно испытание. Не умирай, плиз, не умирай, плиз. Именно умирай. Это испытание, понимаете? Плиз, не умирай. 90%. Что это сейчас было? Ой. Что за такие глюки смешные? Да, это реально смешные. Это реально смешные глюки. Плюсик на это. А я-то настал в равно. Да. Нет, короче, я понял. Это смешно у меня было. Так. Ух, это уже и смешно. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. А, чё? Ура, у нас, кажется, один клиент тут. Ну как это понимать? Эй. Вот это да было, вот это смешно. Ну это не смешно, сам понимаешь. Фу, передохнуть. Не страшно. Никакого. Передохнуть, да? Да, а тут есть еще чекпоинты? К сожалению, нет. Если я... Плиз, 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 плиз! Надо руку собрать. Чё, вы прям на самом краюшечке? Так не умирай, плиз, я тебя прошу. Я не умираю. Я не умираю. Сейчас попадаю в жизни. Все, передохну. Тут надо подумать немного, как мы это все будем проходить. Да, даже невозможно. Ладно, мы попытаемся сделать еще несколько попыток. И где мои очки? Все, появились. Передохнуть. Не, главное, чтобы у меня жизнь не была. Ты видишь, что у тебя были квадратные руки? Вели, за нами волосы бежали. Реально видишь, что за наш... Волосы будут зрали. Да! Что это такое? Нет, это чисто какой-то... Нет, даже это назвать нормально это не могу. Это просто реально такой карту ходить. Это сумасшедшее просто. Вот. Я вам отвечаю, это какое-то сумасшествие. Говорю, что это непроходимое. Ты ничего не говорил. Это я говорил, не проходи. Эй, вертолетик, ты можешь меня тут забрать? А помоги этот черный нам. Черный, эй, ты, с усами. С усами белыми, с усами белыми. Помоги нам забраться. Белоусатик. Помоги. Помоги нам забраться. Чё? На лажу наступил. Нет, ну увидели какой-то там момент. Ну, посмотрите, момент ловить это, конечно, хорошо. У меня гениальный сейчас план. И какой? А чё я сейчас умер? Чё? На чём я сейчас умер, а? Объясните мне. Объясните мне, на чем я сейчас умер? Ничего не умер. А тут можно за три Фух, я бы все уже купил, я на все согласен. Но у нас нет волка, потому что мы...
Да на чем я спотыкаюсь? Да дешевый. Да в шопе ничего тебе не продаться бесплатно. Единственное, за блок секунды. Ничего, к сожалению. Есть что-то. Я видела, там были джетпаки. Ничего нету. Есть жупаки. А, вот. 900. Вот жупак. Думаешь, это все будет бесплатно? Титан мод. Это очень дорого за 300 робоксов. 300 робоксов? Нам нужно 0 робоксов. Стейк фри нам надо. А нам нужно бесконечный робокс. А, 3 жизни? 3 жизни, вы смеетесь? Да какой ест? 3 жизни, представляете, как мало. Нам быстро это все пройти, эту карту. Нет, это нереально, все. У нас там все просто джупак. Все, это нереально. Это нереально. Я пытаюсь не умирать. Прыгай, 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 прыгай. Две. Нет, нет, нет. Две жизни мне нереально. Нет, вы представляетесь? Если одна жизнь, считайте, что я уже погиб. Одна жизнь. Нет, нет. Ну, постойте, обращенный Пеппа плюс Пеппа. Фух. Я сам не понимаю, что такое Пеппа плюс Пеппа. Пи плюс пи. Я прошу, не убирай. В конце у меня мало времени. Фух. Наконец-то мы это прошли. Фух, 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 фух. Фух, наконец уже что-то можно выдохнуть из себя. Но это еще не все. Так, постойте-ка. Вот. Нет! Нет, вы видели? Ну это как вам называть? Два жизни и... Две жизни всего лишь. Две жизни... Ты вот два раза ты два умрёшь, орешка на удачу. Три раза ты умрёшь, тогда у тебя... Она жалко, жизнь! Что я не... Два раза. Когда ты умрёшь, то если у тебя будет два жизни, если ты умрёшь, то так два отнимут. Ну что, ты умрёшь всегда. О, нет, прям... Нет, объясните, как мне это пройти? Я просто... Где мы? Вот бы, если бы у меня сейчас был какой-то джекпан. Стреляй на камеру. Да нет, сверху камеру стреляй. Где сверху? Вот они. Вот там? Где камеры? Вот они. Где вот? Да вот они! Вот? Да нет. Еще. Вот они. Вон там. Да, свет. Что тут были мало тут камеры. Нам не получается. Нам поближе. Нет, ну почему мне так не везет? Да, постойте-ка. А мы можем этот мир взорвать? Что копы тоже умерли, а мы выжили. Чё? На чё раз подскользнулся? Не чисто что-то тут делом. Дело тут нечистое. Два хапушки. Два хпшки, мамамешки. Ты умерла сейчас. Я сижу какой-то с этим, какой-то вещь. Вивили? И на чем я умер? Объясните мне. На лазер. Я не на лазер не наступал. Наступал. А-а-а, это камера мне то есть светит? Нет. Так, хочу. Стойте-ка.
Ничего. Это нереально. Объясните мне, это реально или нереально? Нереально. Что назад? Давайте-ка думать. Так у меня есть один план. Сработает. Надо камни просто этим. Надо. Никакой план не работает. У меня есть план какой-то работает. У меня есть план. Тут надо еще миллион раз прыгнуть. Тут миллион раз прыгнуть взять. Вот бы были у меня бы робоксы, я бы сейчас тебе себе такое бы купил. Одна. Ой, пожалуйста. Умру, думаешь? Нет, одна жизнь. Я боюсь лишнего движения сейчас делать. Давайте-ка передохнем. Да. А что-то сверху есть? Что делать нам? Космос! Вы серьезно? Космос! Что мне делать, говори. Я знаю, что надо. Надо очень тихонечко ходить. И прыгать. Вот так? Да. Тихонечко ходить. У меня такой план, у меня такой сработал. Прыгай. Ух. Такой план сработает. Прыгай. Всегда прыгай. Ну, всегда? Да. Фух. А теперь сразу бежать туда или не носу скамеечку? Это прыгай. А теперь на эту скамеечку? Да. Надо тихонечко ходить. Прыгай туда, фух. Теперь какие? Прыгай сюда. Сколько можешь? Почему заново начинать? А почему у нас не были бесконечные жизни? И почему? Короче, кому понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Не оставайтесь такими же крутыми и веселыми, как я. Чё, серьезно? Ты умер. Ты знаешь, как я это умер? Ну да, ты на дрели был. Минутку, как это даже 25 все? Как я 25? Это честно. Понял, 25. 26. Теперь что понял. 26 50. 27 из хрумкабать. А если у нас будет 10 робоксов? Нет, не 10 робоксов, а бесконечные робоксы. То что, мы можем на все купить? Да. Всего будут бесконечные робоксы. Ты это хочешь? Да, я хочу, чтобы у нас будут бесконечные робоксы. Что мы видим, что они не тратились. Где?
Почему? Потому что больно. А если тебя застрянет, и ты умрешь. Нога тебя застрянет. Эх, ну. Сейчас, если получится, я все роллы соберу. А что тебя такой ролл все-таки краснею? Что так? Это там мы проходили. Мы туда-то прыгнули. Прыгни. А мы так прыгнули. Это паркур. Вон туда. На джетпаках туда запрыгнуть. Если бы у меня был джетпак, я бы все сейчас прошел. Да. У нас никакой не должен магазин быть. Давай, после него никакой